Чопак челленджер, ребят, чё по эксклюзиву, значит, рассказываю. Я же, получается, ну так надо было, выставил на продажу челлендж. Мне предложили обмен на челлендж. Ладно, давайте так. Не буду вас долго мучить, ребята. Эта машина, вот она перед вами. Да, что я сам охренел, вообще не мог ожидать. Но есть одно, ребята, но. Хочу любоваться не спеша, только ты